Меньше двух недель назад в Саранске проходили соревнования по шорт-треку среди спортсменов Приволжского федерального округа. Для организаторов это была своеобразная репетиция перед нынешним турниром – финалом первенства страны по многоборью среди трековиков не старше 18 лет. На кону две путевки на юниорский мировой чемпионат, поэтому в столицу республики съехались все сильнейшие – по 42 спортсмена в каждой категории. Критерии отбора определяет Союз конькобежцев России. Конкретно с этих соревнований первое и второе место попадает в команду гарантированно. На нынешнем турнире участники соревнуются в многоборье, то есть победители и призеры у юношей и девушек определятся только по итогам трех дисциплин – забегах на 500, 1000 и 1500 метров. Даже победа в одной из них вовсе не гарантирует итоговый успех. В этом виде программы главное – ровно пройти каждую дистанцию. Мордовские спортсмены подтянулись в последнее время, выходят из финала, особенно в эстафету у них сильна, у ребят. Вот. А так, в принципе, развитие идет в тех регионах, в которых уже давно идет. Новый вот Приморский край появился. Соревнования продлятся до 22 ноября. Именно тогда определятся лучшие в многоборье. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Наши новости.